что, в окошке плавает? Угу. О, взяла. Тяни, 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 взяла. Сильнее тяни. О! Есть улов! Вот она, лебёжка. О, крупненькая, хорошенькая. Кто чистит? Кто поймал? Это не тесно. Игорь любит у нас рыбу чистить. Не можешь, говорит, ловить, давай тогда чистить, да? Правильно. Правильно мыслишь. Да? Снимай! Да? Вау, какой улов! Вау, вау, вау! Вот это улов! Смотри, как это! Орех идет? Идет, идет! Идет! Не, серьезно говорю? Саш, серьезно, идет. Крупная рыба. Очень крупная. Снимай, смотри, как зацепила. Опа! Лучше вот так, да? А я думал, крупная, блин, она, оказывается, поперек идет. Падла. Я вот так раскрею, да, когда удочка эта открывает? Да, да, да. Как шпроты одной этой самой, одного калибра, да? Вовремя, да? Да. Должны же они идти маленькие. На канале сразу идут. Она ловится на эту железку. Вот мне интересно. Она привлекает. Сейчас, да, здесь так много рыбы, что ей деваться некуда, она любую железку хватает. Трактовка такая имеет целиком. А? Имеет право на существование. О, нормально, как натюрморт такой. А я ж чё это? Не, можно даже пожарить. Не рыба, он тоже. Пуху не надо варить. Потерёк. 5-6 штук посолить, оставить.
на уху. Мы еще и это самое закоптим. Я себе раз найдем. Ничего, мы там как-нибудь. Отлично.